сосредоточенной серии Metal Team. Микрофон. Как я говорил, у меня беспроводной крутой микрофон появился. Вот. Короче, сегодня я расскажу о своем проекте T.O.R.N.A.P.A.R.T. и миньоне Metal Necroticism. Часть четвертая на русском языке. Вот, записан он был в 2017 году. Можно сказать, на Новый год. Вот. Да, кстати. Вот. Так выглядит миньон. Тут русская версия и на английском. Две разные версии. Во-первых, на языках, а во-вторых, разное сведение. И тут барабаны одни, а тут в английской версии другие. На диске, на одном диске получается две версии. Вот. Сейчас ты слышишь версию, которая вот на этом сплите вышла. Оригинала у меня нет наличия, распродал все. Вот. А по-моему, в какой-то серии я презентовал уже, ссылочку ты увидишь вверху. Вот. А это вышло на Кульминес Рекордс. Вот это вместе с моим проектом Киеваль. И, кстати, футболка Киеваль на мне. Вот. И Воркулл. Тут, короче, длинные песни. Киеваль на минут 7. Песенка просто там родослов на вокале. И исполнил партии гитары в стиле Арц Тауэр. Чем-то напомнил мне. Вот. Потом T.O.R.N.A.P.A.R.T. идет песня на 11:41 минуты. Прогрессив дэз метал. Тут еще орган используется, да. И Warxul там это депрессив дум метал. Инструменталка на минут 9. Вот. Ну, на минут 8 так точно. Вот. Подписывайся на мои каналы. Кстати, сегодня, вчера купил диск Pestilence в магазине Music Hall Коловорот. У нас называется вот Коловорот, который назывался Динамо. Вот, Music Hall. Рекомендую покупать. Отличное качество. Могут отложить, если позвонишь, попросишь. Я несколько лет занимался за этим диском. Блин, теперь у меня он есть. Ну, по лицензии. Вот. MetalHead. Это аргентинское издание. Все. Вот. Подписывайся на мой канал. Заходи на мою группу на Facebook. T.O.R.N.A.P.A.R.T. закрытая. Ссылочка внизу. И ты услышишь историю об этом миньоне. Кстати, я вот, честно говоря, там родослов написал комментарий. Оказывается, мы с ним познакомились во второй половине. Ну, сейчас скажу, мы с ним познакомились где-то в феврале, в марте 2017. Я думал, в 2016 году. Оказалось, нет. Поэтому, сори. Конечно, переписывать все остальные, переписывать все остальные главы не собираюсь, а просто приношу извинения и скажу, что да. Получается, мы переписали, записывали все с ним, начиная с 2017 года. Вот. Это записано было в январе 2018 года. Вокальная партия. А гитару я записал тут, короче, ритм гитары и соло гитары записал я, ну, где-то в начале января. В декабре 2017, в начале января 2018. Все, пока-пока, подписывайся на мой канал, переходи по ссылочкам на мои каналы, я снимаю классные видео про уточек, снимаю обзоры, отзывы,
учусь на барабанах, я сделал канал специально вот, по этим темам. Я снимаю видео про змей, пишу стихи, это самое, пишу аудиокниги. Скоро, на следующий 1 февраля, ты услышишь, начало новой книги для соискателя. Вот. Практические советы лично от меня, вот, потому как я женат на музыке, доре, ми, фа, соль, ля, си, и благодаря музыке сменил уже столько работ, потому что музыка для меня – это жена в первую очередь, вот, главнее, чем женщина даже. Женщины, да так, для секса в основном, ну, пока я не встретил себе такой нормальной женщины, девушки, для которой бы я писал стихи, музу, так сказать, не нашел. Хотя есть одна муза, но она живет далеко и не очень-то ко мне благосклонна. Ну, то так, значит, то не она. Короче, вот такие дела. Ищу себе состоятельную леди, вот. Много чего сам умею, не идиот, не придурок. Пишу музыку, физически развитый, занимаюсь спортом, могу и вторец дать, если надо. Вот. Пишу стихи, снимаю видео, музыку пишу. Вот. Основная проблема — это денег нет. Вот, вот такие дела. Вот. Все. Пока-пока.